Всем привет! Сегодня у нас очередная посылка из Китая. Вы по названию ролика уже знаете, что внутри, я еще нет, поэтому предлагаю без лишних слов приступить к распаковке. Итак, приступаем к вскрытию нашей посылки. И у нас вот такой вот пакет. В пакете консоль Retro Mini. Как видите, доехала она абсолютно неповрежденной, что не может не радовать. Комплектация консоли USB кабель, мануал, навигационные кнопки указаны, но это мы сейчас рассмотрим. И главные характеристики: поддержка Game Boy Advance игр, LCD-дисплей, ретро-гейм консоль, а также поддержка 26 языков. Собственно, с коробочкой у нас все. Вскрываем. И внутри вот у нас встречает сразу консоль, упакованная в пакетике, откладываем ее. Дальше у нас кабель USB, микро-USB и инструкция, кому интересно, на английском языке. Больше в коробочке у нас ничего нет. Пока упакован, потому что кабель у меня есть. И распакован уже непосредственно нашу консоль. Она очень маленькая. Просто размеры, конечно. Маленькая, аккуратная. Сейчас пройдемся с ней поподробнее. Итак, на переднем плане мы видим крестовину. Кнопки Select Start A, B. Сбоку у нас ползунок включения-выключения консоли. Сверху ничего. Слева слот под карты памяти. Внизу выход под наушники и микро-USB. Справа у нас также присутствует ползунок громкости. Итак, включаем нашу консоль. Сразу загорается у нас индикатор зеленый работы. И появляется меню. Первое — это гейм, музыка, видео, картинки, электронная книжка, файл-менеджер и системные настройки. Давайте сразу поменяем язык на русский. И теперь детально посмотрим меню. Параметры рабочего стола. Фон рабочего стола. Разные темы выбираются. Яркость подсветки можем выбрать. Вот это максимальная яркость подсветки. Время работы подсветки. Выбор языка, звук. Ну, можем просто отключить. Системная функция восстановления заводских настроек. Соответственно, если что-то случается с системой, вы всегда можете вернуться к заводским настройкам. Мы сейчас этого делать не будем. Так как основное — это игры, то, конечно же, о них и поговорим. Я уже вставил карточку mini-SD. У меня она на 4 гигабайта. Чтобы консоль увидела игры, они должны быть записаны в папке Game, иначе консоль их не увидит. Достаточно легко вставляется карта, и здесь уже можно выбрать либо встроенную память, либо SD-карты. Изначально в консоль вшито 40 игр, но достаточно популярные, какие-то интересные, какие-то нет. Это Марио, Зельда, Контра, ну, из таких более-менее известных. Есть Бомбермен, есть FIFA, Final Fight 1 есть, Sonic, Mega Man, Castlevania. Игры все на английском языке. Mario Kart и покемоны. Ну что ж, предлагаю какую-нибудь игру запустить и посмотреть, как у нас
работает эмуляция консоли. Сейчас я выключу свет, чтобы он не мешал. Экран достаточно хороший, но тем не менее инвертация все равно есть при наклонах. Но в целом, когда вы на него смотрите, впечатление очень хорошее. Давайте Super Mario. Сразу немного не нравится звук, какой-то он заикающийся. Чтобы выйти в меню, мы одновременно нажимаем Select и Start. И здесь уже есть параметры архива, то есть вы можете здесь записать, либо загрузить игру. Всего доступно 3 слота сохранения, 0, 1, 2. Также можете удалить сохранение. Вернуться к игре и выход из игры. Внутри игровые сохранения также поддерживаются. Но легкое подтормаживание все-таки есть. Выходим из игры. Ну, а следующую игру, которую часто спрашивают, это Отстревание. В руках лежит приятно, конечно, шифты немного неудобны для тех, у кого большие руки. В принципе, я не скажу, что мне особо неудобно. Он достаточно миниатюрный, и мне это нравится. Достаточно пискрявый динамик. Но всегда можно подкрутить громкость. Это очень удобно. Слегка подтормаживает игра. Ну и на SD-карточке я записал более тяжелые игры. Это 3D игры, которые идут не на всех. Из-за того, что здесь идет, очень хорошо идет здесь драйвер. Как видите, драйвер вполне играбельный, работает. Из того, что идет очень плохо, это Asterix и Obelix. Ну, где действительно она очень сильно тормозит. Я думаю, сейчас пропустим все эти титры, и я сразу покажу геймплей.
Но, как вы видите, звук заикается и все очень сильно тормозит. Делаем покрутку камеры. Данная игра не играбельна от слова совсем на этой консоли. GTA имеет те же самые проблемы, что и на всех эмуляторах, то есть после начального ролика игра не запускается и зависает вместе с консолью. Первый Doom более-менее нормально работает, второй сейчас запустим с вами, посмотрим. Как мы видим, второй здесь Doom не работает. Это тоже слайд-шоу. Покемоны работают, я правда не знаю до какого момента. Также консоль умеет воспроизводить игры с NES или Dendy по-нашему. Но из-за разницы в разрешении выглядит текст практически нечитабельным. Также здесь отсутствуют турбо-кнопки. Но записать какие-то игры и скоротать 5 минут ожидания вполне себе можно. Если, конечно, вы не читаете текст здесь. Потому что если читаете, то... Ну вот, любимые лягушки, к сожалению, идут вот так вот исковеркно. Пробовал закидывать рома от геймбоя, но они не... Ну, устройство их не видит. Я читал также, что можно конвертировать рома, и тогда можно будет играть и в геймбой, и NES. Но я считаю, что данная консоль должна использоваться чисто под Game Boy Advance, так как она очень хорошо для этого подходит. Но, к сожалению, игры под нее не все подходят. И не все, со всеми играми она умеет работать. Ну а теперь давайте посмотрим, как здесь смотрятся игры от Sega Mega Drive и SNES. На примере Соника 3. Так как здесь минимум текста, вполне можно поиграть. Но все равно заметно тормоза. Соник уже не такой, как был прежде. И следующая игра. Thank you.
Как видите, у нас здесь прыжок на B. Даем яблоки на A, объем правым шифтом. Достаточно неудобное управление. Как вы считаете? И еще одну игрушку. Конник Зон. Ну, смотрим на текст. Как мы здесь видим, он не читабельный. Такую версию не скачай. Фокус. Ну и также управление. Прыжок на шипе. Давайте игру со... Игру... Давайте посмотрим игру с SNES. Классический мой любимый Donkey Kong. В Donkey Kong две кнопки дублировались на шифты. У него вполне можно даже сыграть. Ну, правда, бег на правый шифт. На кидание бочек. Прыжок на B. Ну и давайте посмотрим, как выглядит мелкий текст в играх. Для этого возьмем Super Mario World. А также со SNES. Ну что же, еще сама игра тормозит. Хорошо, что эта версия есть для Game Boy Advance. Как вы видите, да? Разобрать его достаточно проблематично. И опять же управление. Ну что ж, а сейчас давайте посмотрим, как здесь выглядит аудиопроигрыватель. Вся музыка встроена, память. К сожалению, китайцы музыку не добавили, а вот видео у нас здесь есть. Также здесь есть пример текстов.
фотогалерея. Можем еще раз посмотреть на экран, как он меняется. Ну, экран дешевенький, но что от него можно требовать? Вот так вот текстовые файлы электронной книги. Ну что ж, переходим к выводам. Прошел я с консолькой вот этой одну неделю. Что я могу сказать? Мне консоль понравилась. Главное — это качество изготовления. То есть ничего не скрипит, не люфтит. Все достаточно плотно подогнано. Да, слышно, как болтаются кнопки. Качество сборки отличное. Но есть одно «но», которое перечеркивает все плюсы. Это качество эмуляции. К сожалению, здесь оно довольно посредственное. Игры подтормаживают, какие-то кадры выпадают. Для рядового пользователя, который хочет просто посмотреть, поиграть, не думать, там, как закачать, где найти картридж, наверное, такой способ подходит. Но для тех, кто знал, как эти игры должны запускаться, конечно же, здесь это будет очевидно. Здесь не идут трехмерные игры. Например, Doom чуть подтормаживает, Doom 2 — это просто слайд-шоу. И так касается многих игр. GTA также не запускается после заставки, она просто виснет, и надо пользоваться сейвом. Ну, а, например, драйвер 3 здесь идет отлично. Asterix Obelix, например, опять же тормозит. То есть какие-то выборочные 3D-игры все-таки она поддерживает, но не на 100%, как это было с геймбоем. По аккумулятору я оставлял консоль включенной с заставкой Соника, где периодически мелькали кадры с демо-режимом. Звука не было. Сразу скажу, что консоль была в беззвучном положении, но при этом проработала она около 6 часов. Я считаю, что это отличный результат для данной консоли и для данного аккумулятора. Также в консоль можно поиграть в игры от Sega, от NES, SNES, но из-за того, что здесь разрешение экрана как в оригинальном Game Boy Advance, соответственно, все эти игры, тексты в этих играх будут нечитабельны. Поэтому RPG сразу отпадают. Есть конвекторы, которые конвертируют NES-файлы в формат GBA. Может быть, из этого что-то еще и получится. Но опять же, это костыли. Из коробки это не работает так, как должно быть. На SNES-играх мы столкнемся с нехваткой кнопок, потому что здесь только две кнопки вместо четырех и те же два шифта. То есть как минимум двух кнопок нет. В Mortal Kombat не поиграете. На Sega ситуация аналогичная. Шестикнопочный джойстик никак здесь не эмулируется. Здесь есть сохранение, есть три слота для сохранения. Есть поддержка записи внутренних, где игры это поддерживают. В общем и в целом, данную консоль, ну, если вам хочется поиграть в игры от Game Boy Advance, и вы хотите недорогую консоль, потому что за 1500, в принципе, ее можно взять, просто и как гаджет, она очень хорошая, в плане даже вот по сравнению с Dendy в корпусе Game Boy, который у меня до этого обзор был, здесь хотя бы кнопки нажимаются мягко. Она очень приятная. К шифтам надо приноровиться. Кому-то будет удобно, кому-то не будет удобно. Если вы не собираетесь играть в требовательные 3D-игры здесь, я рекомендую эту консоль. Для коллекционеров поставить можно. Играть в нее старым олдскульщикам, которые играли на Game Boy Advance оригинальном, конечно же, смысла нет. Вы разочаруетесь. На этом все, что я хотел сказать по данной консоли. Какие будут вопросы, пишите в комментариях, обязательно отвечу, постараюсь найти. По поводу прошивки, как я понял, прошивки пока на нее нет и, может быть, не будет каких-то альтернативных с нормальными эмуляторами. По поводу мультимедийных функций, ну, ребят, ну, у всех есть смартфоны, кто будет на нем смотреть фильм? Проще взять какой-нибудь дешевый смартфон с гораздо более лучшим экраном, с большим разрешением. Также, что и касается музыки. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока!